Всем доброго времени суток, друзья! Я вас приветствую. Вот. В сегодняшнем ролике я покажу, как можно при помощи декоративной краски и трафарета изобразить что-нибудь интересное на не совсем интересной поверхности. Итак, что понадобится? В первую очередь понадобится поверхность. У меня это гипсокартон, предварительно подготовленный, выкрашенный в нужный мне цвет. Вот, также понадобится декоративная краска, в моем случае это магия в базовом цвете, и лава, заколированная предварительно вот такой вот темно-серый, почти графитовый цвет. Вот, а также понадобятся кисточки, кухонные губки и немного малярного скотча. Итак, в первую очередь берем магию в базовом цвете. Вот, можно взять ту же самую лаву, там, я не знаю, или какую-нибудь другую декоративную краску. Вот, она нужна всего лишь для базового фона. Вот. Итак, берем краску, губку, вот, и переносим методом торцевания поверхности материал на поверхность, предварительно его разглаживая по всей плоскости. Вот. Так, слегонца, скажем так, втирая его поверхность, можно изображать какой-то узор впоследствии нанесения. В общем, создаем фон. Ну, вот как-то так. Ждем до полного высыхания и приступим к следующему этапу нанесения декоративной штукатурки. Показываю ближе. Вот такой вот легкий перламутровый оттенок с такими вот переливами будет иметь базовый фон. Декоративной краски подсох. Вот. Можно приступать к переносу трафарета на поверхность. Сейчас я его закреплю, потом все вам покажу, как оно выглядит уже немножечко ближе. Итак, трафарет, который будет использоваться, вот такие вот цветочки, вот такие вот лианы. Итак, вот так вот я закреплю трафарет. Вот. Теперь берем нашу лаву, заколированную в серый цвет, в темный, кисточку, и начинаем переносить материал через трафарет на поверхность. Вот так. Предварительно прокрашивая каждую впадинку, каждый элемент рисунка. Итак, вот так вот оно выглядит ближе. Вот. Такой вот рисуночек получается. Теперь при помощи губки, той же самой краски, вот, создаем некий такой промежуточный фон, который бы соединял и рисунок, и базовый цвет.
готовим гаджет рабочий, вот так вот хорошенько смачиваем губку, да, и будем торцевать поверхность предварительно, создавая какой-нибудь узор. Такой вот легкий, простенький рисуночек получается с помощью декоративной краски и трафаретной техники. Такая вот интерьерная идея. Ну а на этом пока что все, ребят. Всем большое спасибо за просмотр. Вот, возникнут какие-нибудь вопросы, не стесняйтесь, задавайте, пишите их в комментариях, с удовольствием отвечу. Вот. До скорой встречи.